Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! Мне кажется, это будет последняя часть по игре Киберголоволомки, и если быть точнее, то GET@C.E.55. Мне прям хочется узнать этот интригующий конец. Надеюсь, он будет крутой для этой классной все-таки игры. Ну что ж, я думаю, вы тоже хотите этого узнать. Всем приятного просмотра, а мы начинаем. Погнали! Итак, ребята, в прошлом видео нам нужен был колес. И давайте я почище сделаю. Так вот, за кадром я очень долго его искал. И я мимо него тысячу раз проходил. Как я его не заметил, я не знаю. Но давайте мы его заберем, конечно же. Он был вот тут. Вот то самое колесо. Ну что ж, если мы сейчас закончим игру, то это будет самая короткая серия по игре. По этой игре. Так, бар. Машинка. Конечно же, мне нужна была реклама. Ну что ж, давайте ставим колесо. Офигеть. Тут прям все вот так вот анимировано. Очень круто. Ну все, можем ехать. Вот и все. Все готово. Пора завести тачку и прокатиться. Так, с другой стороны. Ого, надеюсь, вам слышно было, нет? Музончик такой! Вау! Фига себе, как я выглядел, вот это вот я. Все, это конец игры? Невероятный двигатель Т9 собран, все работает, идеально! Так, GET@C.E.5. Идея и реализация от Underrip. Все, это конец. Над игрой работали. Ха. Блин, как же я не хочу расставаться с этой игрой. Очень интересная игра. Прям просто супер. Суть игры. Завести тачку и флексить. Блин. Жалко, конечно. Игра очень классная. Всем рекомендую. Спасибо подписчику, кто написал мне, чтобы поиграть в эту игру. Мне очень понравилось. Прям очень. Спасибо тебе за поддержку и старание. Уверен, войти до конца GET@C.5 было непросто, но у тебя все получилось. У меня же все получилось, ребят. У нас все получилось. Не забудь поделиться впечатлениями от игры в комментариях, в строках и посетить. И поставить 5 звезд. Конечно, я это сделаю. Но не на видео. Ну что ж, это все. Спасибо за игру. Скоро увидимся. Что ж, ребята. Вот такой вот у нас короткий видеоролик получился. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите что-нибудь еще интересное, может быть, пройду. А пока на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.